19 образовательных, 4 спортивные школы, 3 учреждения культуры второго по величине города в регионе остались в прямом смысле слова без денег. Кроме них без денег администрация и еще 30 организаций. Долг Дмитровграда подходит к числу с 9 нулями. Куда делся миллиард, если все бюджетные обязательства регион выполняет? Да и у самого города есть 6% дополнительных доходов. Этот вопрос пока звучит риторически, однако ответ на него будет найден. Моим распоряжением создана специализированная рабочая группа, куда вошли представители всех министерств и ведомств. Сейчас будет проведен комплексный анализ всех статей бюджета по каждой отрасли. То есть мы по большому счету вводим практически ручное управление. На основании этого будут даны рекомендации администрации города о том, каким образом можно перераспределить средства. Основная цель, по словам Александра Смекалина, это не найти виноватых, а сделать так, чтобы некомпетентность местных чиновников не ударила по рядовым гражданам, не ухудшила качество их жизни. Нужны не дебаты, а реальные дела. Пожалуй, этой фразой сказано все. Некомпетентность, смахивающая на саботаж, довела город до бюджетной ямы. Регион готов помогать нерадивым муниципалам. Хочется надеяться, что будут найдены не только механизмы выхода из этой черной экономической дыры, но и способы обезопасить город от падения туда в принципе. Павел Половов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.